Топ-5 газовых плит до 40 тысяч рублей. Собрались заменить газовую плиту, но не знаете, какую выбрать? Тогда это видео для вас. Мы решили упростить вам задачу и составили рейтинг из 5 лучших газовых плит от известных и не очень производителей. Все модели расположены в порядке возрастания цены. Кстати, о ценах. Если хотите, чтобы ваши покупки всегда были выгодны, подпишитесь на наш телеграм-канал. Каждый день мы находим лучшие предложения, акции и бонусы от крупнейших магазинов страны. А еще разыгрываем реально ценные призы. Подробности в телеге. При поиске моделей для подборки мы учитывали соотношение функционал-цена, технические параметры и, конечно, изучали отзывы пользователей. Лучший выбор – это выбор покупателей. Weisgauf WGS G4G01W. Открывает наш рейтинг модель от Weisgauf стоимостью около 15 тысяч рублей с рейтингом 4,7 на Яндекс.Маркете. Немного о Weisgauf. Это российский бренд бытовой и встроенной техники, которая производится на тех же заводах, что и Bosch, Hansa, Electrolux, но стоит в разы дешевле. Конкретно эта плита собирается в России. Плита компактная, с нестандартными габаритами. Высота корпуса здесь 85 см, при ширине и глубине в 50 см. Дизайн стандартный, сочетание белой эмалированной стали с черными вставками на дверце духовки и черными решетками на варочной панели. Управление механическое, поворотными ручками на корпусе. Решетки на верхней панели стальные, верхней защитной крышки нет, как и выдвижного ящика для хранения. Теперь о технических параметрах. Объем духовки здесь 50 литров, максимальная температура 300 градусов. Есть функция газ-контроля. Это значит, что встроенный датчик автоматически прекратит подачу газа, если пламя горелки потухнет. Правда, опция эта есть только у духовки. На конфорках датчиков нет. Стекла у дверцы духового шкафа двойные. Подключать плиту можно и к магистральным газовым сетям, и к газовому баллону. Все необходимое для установки входит в комплект поставки. Кстати, о комплектации. Вместе с плитой вы получите противень и стальную решетку для запекания. Из преимуществ можно отметить надежность, хорошее качество сборки и универсальный дизайн. Из минусов – неудобное расположение конфорок и отсутствие подсветки духовки. В целом неплохой базовый вариант. Да, здесь нет электроподжига, функции гриля и таймера, но и цена у модели соответствующая. А вот какие отзывы. Небольшая, ничего лишнего. Из недостатков – неудобное расположение конфорок, из-за которого большие кастрюли будут выступать за край варочной панели, а также отсутствие подсветки в духовке. В остальном нормально. Если нужна компактная качественная плита, то это то, что нужно. Hyundai RGG223. На втором месте плита от Hyundai стоимостью порядка 20 тысяч рублей и рейтингом 4,7 на Яндекс.Маркете. Модель в лаконичном дизайне. Высота корпуса стандартная 85 см, ширина 50 и глубина 60 см, с возможностью подключения к магистральной газовой сети и баллону. Корпус и панель с конфорками выполнены из эмалированной стали. Решетка на варочном столе чугунная, состоит из двух частей. Она в меру тяжелая, поэтому устойчивая. Панель управления механическая с поворотными переключателями. Сами переключатели закреплены надежно, не болтаются, но при этом проворачиваются плавно. Для удобства регулировки температуры в духовке на панели есть соответствующая шкала. Встроенный выдвижной ящик в нижней части корпуса в наличии. Это для тех, кому важно, чтобы в духовке было отдельное дополнительное место для хранения. Теперь о технических параметрах. Максимальная температура духового шкафа 280 градусов. Есть функция газ-контроля и электроподжига. Для того, чтобы включить газ, достаточно нажать кнопку на панели. Объем духовки составляет 50 литров. Есть функция газового гриля. Стекло дверцы духового шкафа двойное, подсветка в духовке есть. В комплектацию входят регулируемые по высоте ножки, защитная панель для варочной поверхности из той же эмалированной стали, противень и стальная решетка. И, конечно, все, что нужно для подключения. Из достоинств Hyundai мы отметили качество сборки, неплохой, если учитывать цену, функционал, а также удобное расположение конфорок. Минусов здесь, в общем, нет. Мы изучили отзывы, и единственная претензия пользователей – это отсутствие газ-контроля конфорок. Но справедливости ради, в описании производитель четко указывает, что датчик, отключающий подачу газа, есть только в духовке. Вот что пишут владельцы плиты. Недорогая качественная плита с духовкой. Из преимуществ – устойчивая поверхность решетки, ручки поворачиваются плавно, электроподжиг работает отлично. А еще здесь вместительная духовка с подсветкой. На плите удобно готовить сразу несколько блюд.
конфорки разных мощностей и расположены на приличном расстоянии. В духовке несколько направляющих, можно сразу несколько пицц загрузить и получить по итогу равномерно запеченное блюдо. Gefest 5100-03-3004. Третье место в нашем рейтинге занимает плита от белорусского бренда Gefest с рейтингом 4,9 по версии пользователей Яндекс.Маркета стоимостью порядка 30 тысяч рублей. Это единственная в нашем топе модель в корпусе из нержавеющей стали с нестандартными габаритами. Высота плиты и ширина 85 и 50 сантиметров соответственно, а вот глубина 58,5 сантиметров. Поэтому если ищете вариант для встроенной кухни, обратите на этот момент внимание. Пару слов о дизайне. Он действительно стильный и современный. Панель управления удобная, с классическими поворотными клавишами, кнопкой автоподжига и миниатюрным цифровым дисплеем таймера. Решетки наварочной панели чугунные. Выдвижной ящик имеется, выполнен он из той же нержавейки. Духовой шкаф здесь объемом 52 литра. Дверцы с двойным стеклом. Максимальная температура составляет 270 градусов. Есть подсветка, опция газового гриля, терморегулятор. Газ-контроль тоже есть, причем и у духовки, и у самих конфорок. Вообще, это самая функциональная модель в рейтинге за адекватную цену. Критичных недостатков у этой модели нет, даже при сильном желании придраться особо не к чему. Только стоит учитывать, что техника из нержавейки требует постоянного ухода, поскольку активно собирает даже отпечатки пальцев, не говоря уже о брызгах или потеках жира от готовки. В остальном это оптимальный вариант, кто не готов переплачивать за бренд, но хочет получить качественную плиту в стильном дизайне. А вот что пишет один из владельцев Gefest в отзыве. За такую цену это лучшее соотношение функционала и качества. Есть электроподжиг всех конфорок и духовки, полный газ-контроль и верхний газовый гриль. Температура газовой духовки поддерживается автоматически по термодатчику. Решетки качественные чугунные. Из минусов хочу отметить разве что марки и материал поверхности. Но это особенность нержавейки. Да еще транспортировочную пленку сложно выковыривать из щелей, потому что закручена она под ручки с завода. А в целом, это достойный вариант плиты на кухню. Готовить удобно, и нет ощущения, что производитель где-то сэкономил. Hansa FCGW-510-54. На четвертом месте нашего топа модель от бренда Hansa стоимостью чуть больше 32 тысяч рублей с рейтингом 4,6 по версии пользователей Яндекс.Маркета. Модель из эмалированной стали, с корпусом высотой 85 см, шириной 50 и глубиной 60 см. Дизайн универсальный, это сочетание белого корпуса и черной отделки духовки. Управление механическое, панель управления удобная. Чем примечательна эта модель, так это объемом духового шкафа. Здесь он на целых 70 литров. Для большой семьи самое то. Стенки духового шкафа покрыты эмалью легкой чистки. Что это значит на практике? Покрытие Easy Clean идеально гладкое, без пор, поэтому жиру просто негде скапливаться. Соответственно, уход за духовкой упрощается в разы. Стекло дверцы духового шкафа двойное. Есть функция газ-контроля. Максимальная температура духовки составляет 250 градусов. Функционал у этой модели базовый. Из дополнительных опций только электроподжиг и подсветка духового шкафа. Функции гриля и таймера нет. Встроенный ящик для посуды имеется, но стоит учитывать, что он пластиковый, так что сильно нагружать его не стоит. Но есть у такого решения и свои преимущества. Ящик можно легко достать и промыть при необходимости. Переходим к плюсам и минусам. Из достоинств мы отметили хорошее качество сборки, симпатичный дизайн и интересное решение с размещением рецептов прямо на дверце духовки. На верхней панели есть небольшие значки с указанием типа продукта, рекомендуемого времени и температуры запекания. Здорово, особенно для тех, кто с духовкой особо не дружит. Из минусов – ненадежное крепление выдвижной емкости для хранения посуды, поэтому мы правда не советуем складывать в ящик тяжелые сковородки и кастрюли. В остальном – хорошая, надежная плита. А вот какие отзывы на эту модель мы нашли. Внешне – отличное качество сборки поворотных переключателей, чугунных решеток, рассекателей пламени, крышки духовки. Порадовали различные мелочи, например, резиновые опоры на чугунных решетках. Вода закипает быстро. В духовке яркая подсветка. Все прекрасно видно. Переключатель духовки с указателем температуры. Из минусов могу отметить пластиковый ящик для посуды. Стенки показались тонкими. С другой стороны, его можно вытащить, быстро и удобно помыть. Beko FFSG 420-12W. Завершает наш рейтинг модель от Beko стоимостью порядка 37 тысяч рублей с рейтингом 4,6 на Яндекс.Маркете.
еще одна классическая белая модель в симпатичном дизайне. По конструкции это отдельно стоящая плита, но если ищете вариант для встроенной кухни, то она тоже подойдет и смотреться будет неплохо. Высота корпуса здесь 85 см, глубина и высота по 50 см. Материал корпуса и варочные панели, эмалированная сталь со специальным покрытием, которое легко чистить. Решетки тоже стальные с таким же покрытием. Дверца духового шкафа откидная, с двойным стеклом. Объем духовки здесь, к слову, 56 литров. Это меньше, чем у Хансы, но все равно очень прилично. Выдвижного ящика нет. Теперь о технических параметрах. Максимальная температура духовки 300 градусов. Есть функции электроподжига, газ-контроль в духовке. Духовой шкаф с подсветкой. Конфорки разного диаметра и с разной мощностью. Одна из них с опцией быстрого разогрева. Из достоинств мы отметили компактный размер, удачную эргономику рабочей зоны и панели управления. Из недостатков – отсутствие функции гриля, и это не придирка, учитывая цену. В остальном без претензий. Сборка качественная, клавиши управления проворачиваются легко, отдельное спасибо за защитное покрытие эмали. С ним уход за рабочими поверхностями плиты будет занимать минимум времени. А вот что пишут пользователи в отзывах. «Меня привлекли компактные размеры этой модели. Оптимальные для крошечной кухни. Плита встала идеально, к разводке самостоятельно подключили без проблем. За счет устойчивой решетки посуда никуда не сдвигается с варочной панели. Сама решетка от высоких температур не деформировалась, так как конструкция это предотвращает. Переключатели удобные, есть газ-контроль в духовке, удобный электроподжиг. Кнопка срабатывает четко, без проблем». В заключение пару советов по выбору плиты. При покупке обращайте внимание на размеры. Вообще, у большинства моделей они стандартные, с глубиной либо 50, либо 60 см, но бывают исключения, как в случае с Гефестом. Также стоит обращать внимание на функцию газ-контроля. Такая опция делает использование плит более безопасным. В остальном смотрите технические параметры и выбирайте по набору необходимых функций. Если говорить о моделях из рейтинга, то Гефест понравится тем, кто хочет получить стильную технику с хорошим функционалом по приемлемой цене. Weisgauf подойдет тем, кто присматривает недорогую плиту на дачу. Hyundai – это хороший выбор для тех, кто хочет недорогую модель с газ-контролем и электроподжигом. Hansa и Beko сильно похожи и по дизайну, и по параметрам. Разница только в объеме духовки – 70 против 56 литров – и цене. Спасибо, что посмотрели это видео. Пишите в комментариях, какая газовая плита у вас дома. И как думаете, стоит ли переплачивать за дополнительные функции или бренд? Ваш опыт будет полезен и интересен другим зрителям канала «Выбор покупателей». Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые обзоры на бытовую технику для кухни. А если вы хотите первыми узнавать о самых мощных акциях и скидках, подпишитесь на наш телеграм-канал.